Всем привет! Сегодня 28 августа 2023 год. Это моя красавица Ванила Фрайс. Очень люблю эту гортензию за ее такие набитые красивые конусы. Она еще не полностью распустилась. Самые верхние ветки только-только набрали бутоны. Очень поздно в этом году. У них обрезку я делала дважды. Первый раз весной до распускания почек. В этом году у нас весна поздняя. Санитарную обрезку я проводила 12 апреля 2023 года. Вырезала все тонкие веточки, все, которые идут внутрь. И основные ветки я укоротила, оставив 3-4 почки. А второй раз июнь или июль. 5 вот таких толстых стеблей. И идут из земли еще новые, которые можно пустить на замещение. Так я их буду вырезать лишние. Также веточки буду вырезать, которые идут внутрь. Вот идет веточка тоненькая внутрь. Вот эта тоже. Она здесь не нужна. Вот эти тоже, видите, которые я держу. Вот эти. Они идут от этого стебля, от основного. И идут внутрь. Они мне тоже не нужны. Потому как у каждой этой веточки на окончании будет цветочек пытаться формироваться. Вот такие тоненькие я в этот раз сейчас пока трогать не буду. Подожду, пока он тверже станет, чтобы его можно было почеренковать. Сейчас я вырежу только те, которые уже готовы к черенкованию. Вот такие можно взять вместе с пяточкой. Вот такая веточка мне не нужна. Ее я тоже вырвала вместе с пяточкой. Вот эти я тоже затем удалю. Вот идет совсем по земле. Здесь две веточки идут параллельно друг другу. Одну я удаляю. В этом году я их хорошо проредила, решила посмотреть, насколько верно утверждение, что чем реже будет куст, тем крупнее будут цветы. Честно говоря, по цветам я не заметила, чтобы они были крупнее, чем в прошлые года. А вот то, что лист ярко-зеленый, в это время, в те года, листики были уже не очень хорошей формы. А в этом году такие сочные, ярко-зеленые, красивые. В этом году я для удобрения купила пролонгированное удобрение для гортензии. Весной все гортензии подкормила. И все равно в течение лета я их подкармливала. И кефиром, и марганцовкой. Ранетки под каждый кустик закопала. Почву я обязательно подкисляю. Также свои гортензии удобряла я летом зеленым удобрением. Но обязательно в лейку добавляла уксус 6%. Здесь у меня растет красотка Diamond Rouge. Самая первая зацвела. Вначале стояла такая белоснежная невеста. Затем цветочки начали краснеть. Также она очень хорошо прорежена. Все, что было вырезано с гортензии, все пошло на черенки. Мне нравится укоренять, потому как выпад небольшой. Вот этот куст Ванила Фрайс очень хорошо стоит в засохшем виде в вазе. В том году я осенью срезала цветы. Поставила вначале воду, затем воду слила. Они засохли и до сих пор стоят у меня на кухне. Очень красиво смотрятся. Ну и третья гортензия у меня Wim's Red. Самая мощная и я считаю, что самая поздняя. В два раза в росте обогнала предыдущие две гортензии. Где-то 1,82 м она в высоту. Также я ее хорошо проредила. Лист сочно-зеленый, со всех сторон проветриваются, солнца хватает каждой веточки. И наконец-то начали цветочки распускаться. Я думаю, она успеет показаться в этом году во всей красе.
На сегодня это все. Благодарю за внимание. Всего доброго.